Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале AlexPlay, это видео по игре Euro Truck Simulator 2. Сегодня я продолжаю колесить по карте Южный Урал. Ссылка на эту карту находится в описании под этим видео, на группу, а в группе вы можете скачать эту карту. В прошлом видео я въехал на территорию Казахстана и, собственно, на ней сейчас нахожусь. Я чуть-чуть проехал место и припарковался здесь ненадолго. Вон, как вы видите, висят казахстанские флаги и висят российские флаги. То есть это у нас граница. Карта масштабом 1.19. Ну что, предлагаю завестись. Поехали. И потихонечку выезжать. Все, видно сразу, казахстанские дороги пошли у нас. Казахстан, пожалуйста, смотрим. Да, кстати, карта работает, как вы видите, с Великой Степью, с Русмапом, с Волгой Мап. Ну и Южный регион она еще должна работать, но там получается, Южный регион сейчас под 1.39 нету, есть только фикс для работы. И вроде как Южный регион работает, но некорректно совсем, потому что там где-то тот фикс не помогает, потому что на табличках, на указателях нету шрифта. Вот. Поэтому вот эта карта будет расширяться и дальше, строиться. Так, а мы пока что проедем через вот этот поселок Элимбет. И как он там правильно называется. Аккуратно здесь у нас. Шлабаума как бы нету. Световой сигнализации нету. Звуковой, да. Только знаки. Опять у нас какой-то ресторан. У нас тут горная местность пошла. Подъемчики небольшие. Но карта очень красивая, очень классная получилась, очень детализирована, хорошо. Есть Республика Башкирия, Челябинская область, есть Оренбургская область. Поэтому, ребят, переходите обязательно в группу, подписывайтесь, качайте карту. Какая красота просто. Балдеть. Найс просто. Дырочка была. Ну ничего, это поправимо, ничего страшного, бывает. Косячок. Ух ты. Так, у нас тут что? Погода мне совершенно не нравится. Гляньте, какая открытая местность. А, скажите. Мы приближаемся к развязке, я смотрю, да? Или что это у нас впереди? Да, развязка какая-то. Держитесь левее. Угу. Опа, видите? Пожалуйста. Шрифт какой-то непонятный. Здесь что? Здесь то же самое. Но тут непонятно, что.
Ну, в общем, это поправимо, ничего страшного. Это нормально все. Самое, что ездить можно, как бы, да, карта работает. Без всяких багов, без всяких ошибок. Все абсолютно нормально. Давай, давай, приезжай, приезжай, приезжай. Гляньте, какие казахстанские. Ага, Мерседес, видите? А-класса. Написано на номерном знаке, видели, да? Уже видите, с указателями все нормально. Ну, то, наверное, какой-то участок все-таки не чуть-чуть немножко кривенький получился. Ну, бывает. Так, это у нас что? Это у нас магистраль получается. Е38 трасса. Чё ты притормаживаешь, блин, непонятно. А ты зараза, ты специально, я тебе не пропущу. Вот я должен был уступить, но ты спецом. Спецом, видите, подтормаживал, а потом резко дал газу. Вот козёл, а. Дубасить надо таких. Приближаемся мы к поселку Хамтау. Там у нас впереди какие-то карьер какой-то, что такое-то. Белазы какие-то стоят, вижу. Завод какой-то видно. Ой, как тут текстуры у нас играются. Ой-ой-ой. Видели? Реклама Евротрак симулятор. Чтоб не забывали, что едете в Казахстане, вы играете в игру Евротрак симулятор 2. Это там не казахстанский симулятор какой-то. Двигайтесь прямо. Такс. Ну, в принципе, и все. В принципе, все. Пожалуй, вот здесь развернемся мы сейчас, вернее повернем, сделаем круг, где-то в том месте закончим.
О. Топливо заканчивается. Ну вот как раз мы доезжаем и все, и заканчиваем. Но, по-моему, это город Великой Степи. По-моему, я вам чуть-чуть про вас продезинформировал. Но все равно. Какой-никакой летсплей получился. По карте Казахстана. Так, куда же его ехать здесь? Давайте вот прямо проедем, пожалуй. Все. Так, в общем, все, ребят. Доехали мы до города Хромтау, получается, казахстанского города. Ну все. Все. Так, дальше нам надо и будет ехать. Ну, там уже посмотрим, куда нам можно будет поехать. В принципе, здесь есть куда поехать. Есть достаточно городов, чтобы покататься по карте Казахстана. А именно Великая Степь. А вот у нас, видите, вот южные дороги Южного Урала, получается. То есть, я так понимаю, у нас вот это соединение где-то идет. Если я так правильно понял, Хромтау это Великая Степь. И вот у нас соединение, получается, идет с Южным Уралом. Ну, где-то так получается, плюс-минус. Вот, просто мне интересно было, я вот не видел Хромтау в 1.5 Великой Степи. В описании не было, что там написано, что есть казахстанский город Хромтау. Ну, в общем, в любом случае, ссылка будет в описании на карту Южного Урала. Будет ссылка в описании на карту Казахстана, Великая Степь. Ну, Русмап, там, Волгамап, как видите, вот те же карты, которые у меня есть. И все. Ну, вот Южный регион еще сюда можно впихнуть. Он будет тоже, ну, по идее, должен работать с фиксом. Но, опять же, там таблички, то есть там вот эти квадратики, то есть не факт. Нет, то есть как бы вылетать не будет, он работать будет спокойно. Ну, как бы по желанию можете ставить, не ставить. Но картинка, я думаю, было бы прикольнее бы смотрелась, то есть вот это все было населено бы. В общем, все, ребят. Всем пожелаю счастья, здоровья, удачи. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем давайте пока, увидимся.